Ну что, друзья, вот мы попали в помещение. Это камин такой искусственный. Очень симпатичный. Окей. Хороший пол? Деревянный? Похож на дерево? Нет, не дерево. С фондом по дереву. Угу. Так, ну что, слева. Только мы зашли в дом, налево тут спальня. Это, видимо, гостевая. Есть такой стиль. Так, прямо спаленку, и прямо, чтобы на улицу смотрела. Есть такой стиль. Тут у нас что? Ага, сейф там. Действительно, для гостей хорошо. Сейф, денежку положил. Так, тут вот миленько туалет. Это какой-то пластик отделочный такой. Хорошо. Вау. It's a cool one. Yeah. Kind of. Not very close, but a few blocks. Слушайте, красиво, красивый светильник. Вообще молодцы. Молодцы. Очень здорово. Yes. Sure, please. Please. Так. Ага, в таком, я бы сказал, сельском стиле тут оформлено. И тут тоже шкафчик, смотрите, какой шкафчик интересный, да? Тут вот стекло. Хотя, конечно, просторным это место не назовешь. И тут тоже входная дверь такая же, видите? Вот она. Входная дверь такая же со стеклом. Так, идем дальше по этому крылу. Значит, здесь у нас туалет. Хорошо. Идем дальше. Спаленка. Спаленка детская такая. Тут тоже шкаф. Вот видите, там подсветка. В этом шкафу подсветка и стеклянные, значит, дверки такие со стеклом. Так, продолжаем двигаться. Оп. Так, тут, ну, шкафчики. И здесь, по идее, должна стоять стиральная сушильная машина, вот тут внизу. Но узенькие, тут довольно узко. Так, хорошо. Вот тебе, Господи. Это мастер-бедрум. Такой большой бедрум, вы видите. То есть по площади он не безумно большой, но тут все-таки попросторнее остальных. Вот, значит, санузел, так можем назвать, с видом на улицу. Там на улице совершенно натуральные напитки. Можно пойти выпить, если кто-то хочет. Мы на улицу отдельно еще сходим. Так, тут у нас что? Туалет. Хорошо, туалет. Это мы идем как бы по одной линии. Тут еще что-то, наверное, что здесь может быть. Ох ты. Тоже сейф. И ничего нет, ну, наверное, как бы должен быть какой-нибудь walk-in closet, да, там какие-нибудь полочки должны быть. Богато, богато. Давайте пойдем отсюда на улицу прямо. Так. Нет? Ага. Так. Ну, сказать, что землицы тут немного. Зато вот там по периметру такая фиговина сооружена. И
конечно, довольно так необычно. Я не припомню, чтоб так вот. Ага, а здесь уровень земли повыше. Угу. Как-то так откопали. Наверное, повышается уровень земли. Они так откопали, вот закрыли это все таким сиденьем, можно так сказать. Окей. И вот вид сзади на дом, на все хозяйство. Вон там слева стоит кондиционер. Надо сказать, что в Mountain View требования на расстояние от дома до забора поменьше, чем в некоторых других городах. И вот вы это видите, оно здесь такое небольшое расстояние. Мы можем пойти туда дальше, на ту сторону. Так. Посмотреть, чего там. Ну, тоже, да, довольно узенько. Вы знаете, мокрая трава. Я вот по ней так хожу, а она реально мокрая. А, ой-ой-ой-ой-ой. Как бы я... Слушайте. Как бы я мокрого в дом-то не нанес. Сейчас я здесь похожу немножко, чтобы так просохнуть. А то нехорошо. Так. Да, Фанта, кола. Единственное, что знаете, что происходит? Здесь пылится. Вот когда, особенно когда какой-нибудь садовник приходит, там он травку покосит, а еще с такой трубой, знаете, бензиновой. И так, и вот весь всю эту пылюку поднимает, и дальше получается, что вам туда не очень камильфо с этой штукой. Да, сошла водичка с моих шузов. Идем дальше. Так, не хочется безобразничать. Так. Идем дальше. Так. Что ты говоришь? Деревянный пол. Ну, отлично, отлично. Отлично. So, it is wooden floor? Yes. It's not ceramic. It is not ceramic. No, ceramic. You mean the wood? Yeah, it is wood. It's wood. Okay, it's wood. Okay, good. Hello. Hello. Meet you. I got it. Так. Яблоки не настоящие. Okay. А клубника настоящая. Друзья, я съем клубничку, если вы не возражаете. Я съем клубничку. Интересно, вот так. Стеночка сделана. Еще один камин. Where would I deposit that stuff? Put in the sink. Put in the sink. I'll collect it later. Okay. Is this from the same builder? Different. Just from the outside, yeah. It looks nicer. This you really have to get close look. You get really close look. That. Oh, it's так, теперь я Светлану потерял. Так, Светочка. Такое ощущение, что мы весь дом посмотрели. А Светлана, видите, она фотографии делает, ее интересуют какие-то дизайнерские элементы. Да, Свет? У нас проект скоро. Мы начнем еще один. И Света ищет какие-то элементы, какие-то решения для нашего проекта. То есть какой симпатичный градусник. Свет, может быть, ты пару слов скажешь, и я тогда... закрою нашу трансляцию. Агентка сказала, что это очень солидный дом, он находится на слабе, но слаб очень толстый, и вот как бы защищает его от землетрясений, угу. Солидно построен. Но видно, что люди хотели заработать деньги, они положили что-то, все посадили. Еще раз, два и сколько они хотят? Два? 2.4, 2.3, не помню.
Ну, то есть, ну симпатичный дом, действительно. Это, да, это, пожалуй, самый симпатичный из тех трех, что мы сегодня видели. Ну, он новый, конечно. И со вкусом, понимаешь? У него очень большие двери, мы тоже в Лос-Алтес такие двери. Да, высокие двери. Это, конечно, очень приятно, но эти двери, соответственно, стоят намного дороже, чем маленькие. Гараж. Мы не были в этом гараже, тут такое эхо отдает. Он, конечно, небольшой. Я бы сказал, что задумка здесь быть гаражом на две машины, но две машины здесь с очень большим трудом встанут. Видите, тут шкафов нет, ничего нет. А вот наверх идет лесенка, видите, на чердак. Вот здесь тянется за ниточку, за ниточку, да, она туда опускается. И вот, значит, туда лестница, лесенка сверху идет. И можно туда наверх залезть. Ну, когда нужно. Так, собственно, незачем. Вот такой гараж. Это надо Свету позвать, чтобы она сказала, что это такое здесь стоит. От фирмы General Electric какие-то фильтры. Надо сказать, что я такого еще не видел. Это что-нибудь новенькое. Здесь вообще очень много новенького. Вот. Это понятно, что. Да. Хитер, water heater. Так, Светлана, расскажи нам, что это, как ты понимаешь? Я думаю, что это water filtration система. Водяной фильтр? Да, она экономическая. Вот видишь, на нем стоит этот самый PG&E, что намного энергии не жрет. Какая надо. Это General Electric. Да, water, да. Do not use with water that is microbiologically Ну да, то есть это фильтр. Unsafe. Это Подожди, фильтр. А это что? Ну, там разные фильтры стоят. Вообще-то осмосис, у него 5 разных фильтров. А здесь вот какая-то канадская система, вот у него 2 таких фильтра стоят. Непонятно. В общем, такая вот, ну, слушай, вот такая фигня, друзья. Да. Ну, понимаешь, как застройщик, конечно, положил много денег. У него, наверное, дешевые плиточники, потому что он сделал басрумы полностью с плиткой. Да, я видел. И это, на самом деле, самому делать. А как тебе пол такой? А пол хороший, да, мне нравится. Ну, ты знаешь, он скользючий. Ну, это ты потому что в этих, вот, мне не скользит, мне только холодно. Тапочка. Ну, да, пойдем отсюда. А как тебе дверь нравится, вот эта 6000-ая дверь? Хорошо, красиво смотрится. Ну, понимаешь, в Рент такую нельзя, потому что побьют ее, стукнут ногой. Где-где? В Рент. Надо все, конечно, но светло и красиво, но это не для рентона. Классно здесь хорошо.